Итак, всем привет, ребята, это уже третья часть, то есть четвертая часть обзора модов. Так вот, и у нас сейчас обзор мода на Unkillian Vehicles. Так вот. Еще первый у нас автомобиль — это он 114 ЛТС. Я этому автомобилю дал реальный прототип, а именно Ford Model A Coupe 1927 года выпуска. Так, ну тут есть еще и катафалк. Ой. Вот катафалк. Вот как вы видите. Вот катафалк. Ford Model A. Ну тут есть еще есть пикап и седан. Так, есть еще тут еще один RC-702 LTS. Интересно. Сейчас вам покажу, что это за машинка такая. Так. Угу. Так, это нам не нужно. Кстати, эта тачка мне знакома. Я ей дал реальный прототип, а именно барабанная дробь Chevrolet Corvette 1961 года выпуска. Следующий автомобиль. Сейчас, подождите. Ну все, я сделал некоторые дела. Так вот, следующий автомобиль у нас. Так вот. Ща. Вот. Вот. А потом уже в какой-то части обзора модов, я вам покажу, как я устанавливаю эти моды, не скачивая с интернета. Так вот. Вот и следующий автомобиль у нас. Ну, молодец я поставил. Как будто это какая-то встреча между братанами. Типа такой, ну чё, погнали? Погнали. Так вот. Так, давай. Если чё, это версия Майнкрафта 1.12.2. Так. И ещё один. Сейчас поставлю где-нибудь здесь. Ну всё, нормально. Так вот, это что за машина? Ага, RG 618 LCC. Но я этому автомобилю дал реальный прототип, а именно Volkswagen Camper 1968 года выпуска. Следующее у нас автомобили. Так, этого я не буду брать, а вот этого. Это является визитная карточка этого мода, короче, это визитная карточка. То есть легендарный автомобиль этого мода. Это он кролик. Вот. Вот еще вагон, ну точнее Тудор. Болт Эйс Тудор. Ладно. Ну как вот это Болт Эйс Тудор.
как вот. Я этому автомобилю, а именно вот этому и вот этому, дал реальное название, а именно Шкода Октавия 1975 года выпуска. Так, теперь следующий автомобиль у нас вот и вот. То есть вот. Ну, я решил этот мод разбить на несколько частей для обзора этого мода. Я пока что не знаю, сколько частей именно будет. Так, этот автомобиль ин 120 LCC. Есть тут фургон и пикап. Я этим обоим автомобилям дал реальное название, а именно Ford F2 1949 года выпуска. Так, следующий автомобиль у нас вот еще один. Чего эта машина не спавнится? Ну ладно, это SB728 LTC. Я этому автомобилю дал реальное название, а именно Navis New Deluxe 1975 года выпуска. Вот Барон конвертибл, купе, седан, вагон. Я лучше седан заспавню, где там седанчик вот он. Ой, не, эти колеса не подходят. Так вот, я этому автомобилю дал реальное название, а именно, внимание, Chevrolet Impala 1962 года выпуска. Так, следующий автомобильчик у нас вот. Так, этот автомобиль у нас это Oldsmobile Super 88. Oldsmobile Super 88. 1960 года выпуска. Вот вагон, а вот купе. Так. Вот еще, ну, вот тут контрактор, пикап, Фордер, Тудор. И фургон, я заспавню фурдер. Так, уже ночь. Так что всем пока.